ЦСКА с победой, в первую очередь. Во-вторых, спасибо. Давно мы не были в Москве, давно не играли. Хороший для нас и урок был, и проверка на вшивость, на прочность. К сожалению, мы сегодня ее проверку прошли, только не совсем так, как мы хотели бы этого. Игра в большинстве оставляет желать лучшего, ну и, естественно, в меньшинстве тоже накосячили. Есть над чем работать. Хорошо, что эти ошибки и проблемы скрылись. И теперь, ну не только теперь, вообще есть понимание у ребят, в каком направлении двигаться. И у нас тоже. Что сказать? Ну, наверное, игра в нервных составах сегодня определила всю игру. Да? Мы забили 2 гола, но не пропустили здорово. Стас сыграл. Неплохо играли 4 на 5. Очень много играли. Эти все-таки такие дешевые удаления. Дешевые. Но, знаете, иногда все-таки я бы, как и с нашей стороны были удаления. И со стороны трактора в одной игре играешь, дают играть. В другой играешь, начинают. Ну, и, наверное, выбрали они, наверное, такую линию арбитра. Ну, непонятно никому. Ну, только им одним. Ну да, нет, ну я говорю, играешь, когда одну игру, бывает здорово играешь, жестко играешь, дают играть. Ну опять же говорю, вот первое, наверное, удаление, они выбрали эту линию и дали нам понять. Ну нам надо было приспособиться. Вот. Ну, играли неплохо, тяжело, вернее, нам было взломать оборону Челябинска. Неплохо они оборонялись, играли, старались. Рада, что забили в большинстве. Спасибо.